Let's go! Ревнивая Люси. В гостиной Вульфу играет с Дженни по доллар. Вот твое лекарство. Я тоже хочу, чтобы ко мне так относились. Можно присоединиться? Ой, Люси такая милая. Хорошо, ложись сюда. О, нет, ты слишком большая. Вульфу, принеси мне пирожное. Секундочку. Боже мой, что делает Люси? У меня болит нога. Я не могу пойти сама. Быстрее, доктор. О, нет! О, нет! Люси, не нужно было так дразнить брата! Ты так раздражаешь! Играй сама! О, нет! Если ты будешь плохо себя вести, никто с тобой играть не будет. Прости, я больше так не буду. А ты хочешь быть медсестрой? Волшебный пульт. Почему у мамы такой странный наряд? Это шикарно. Отдашь, когда закончишь. Хорошо? Так, оказалось, что пульт пришельца может помочь превратиться в его маму. Вульфу хочет превращаться в разных людей. Видишь, моя машинка лучше, чем у Вульфу. Ты не закончил домашнее задание. Отдай игрушку. Вор! Вор! Быстрее! Лови его! О, нет! Вульфу! Пульт сломался! Нет!
Смотрите, Вульфу постоянно превращается в других людей. Привет, дети. Где моя машинка? Из-за тебя столько проблем. Простите, я больше так не буду. Папа уехал. Алло? У меня срочная работа. А как же мой праздник? Мы с Вульфу поможем тебе. А папа скоро будет дома. Да. Успеет ли папа на день рождения Люси? Что же придумала мама? О, нет! Вот бы папа был рядом, тогда было бы проще. Давай я тебе помогу. Подождем папу? Не нужно. Предоставь это мне. Вульфу, надувай осторожнее. О, нет. Люси сделала ошибку. Слава богу! Папа приехал вовремя. Крошечный дворец Люси. Какую развлекательную программу они смотрят? Что делает их такими счастливыми? Ой, пап, я хочу крошечный дворец! Я могу сделать тебе крошечный дворец! Ничего себе! Что задумал Вульфу? Смотрите дальше, чтобы узнать. Благодаря Вульфу и пришельцу Люси смогла исполнить свое желание и иметь собственный крошечный замок. Очень круто! Yeah!
Сестрам, чтобы наверстать упущенное. Больница для зубов. Как много вкусной еды, ребята очень рады. Нужно порезать на маленькие кусочки. Люси даже не слушала предупреждения брата. Люси, горячие! Не переживай, я справлюсь. Ау. А еще после того, как она съела горячее, Люси выпила холодной воды. Нельзя так есть. Давай я расскажу тебе историю. Все зубы Люси в дырках. О, нет! Что случилось? Оказалось, это последствия действий Люси. Бедняжки! Иди навести свои зубы. Привет! Холодное и горячее вредно для зубов. И нельзя есть слишком жесткую еду. Это может повредить зубы. Я поняла. Вы запомнили, ребята? Большая Люси. Дженни, пора спать. Вы приберете здесь? Пожалуйста. Это Дженни насорила. Почему она не убирает? Потому что она еще маленькая. Вульфу, Люси, можно же выручить Дженни. Я меньше тебя.
ты убирай. Мама только что сказала, что маленькие не должны убираться. Боже мой, это невероятно! Люси выдумала себе отговорку. Помой! Я же маленькая! Я же маленькая! Я же маленькая! О нет! Люси злоупотребляет своей отговоркой! Я же маленькая! Хватит! Вау! Зачем Вульфу звонит пришельцу? Люси, убирай! Но... Теперь мы маленькие. Ты должна убираться. Нет! Оказалось, Вульфу хотел использовать причину Люси, чтобы ее проучить. Очень сложно делать все самой, верно? Мы можем помогать друг другу, делая маленькие дела. Хочешь помочь маме и мне полить цветы? Бандо, не ешь так! Бандо, давай есть фрукты! Нет, спасибо! Я предпочитаю мясо и конфеты. Дети, хотите поиграть в игру? Да! Так-так, что за игра у папы? Первый раунд. Выберите здоровую еду и убейте монстров. Дети, посмотрим, какую же еду выберут Вульфу и Панду. Вульфу выбрал фрукты и овощи. А Панду выбрал фастфуд и сладости. Панду, выбери фрукты. Нельзя есть много конфет. О нет, Панду все равно хочет есть свою еду. Второй раунд. Панду, много мяса тоже нельзя есть. Не переживай, все в порядке. Готово. О боже, Панду съел все конфеты и фастфуд. Он не съел ни одного брокколи. Третий раунд. Я уже так много съел, еще и овощи в меня не влезут.
Победа! Если есть много мяса и сладкого, ты будешь уставать. Чтобы быть здоровым, нужно есть больше овощей и фруктов. Дети! Шоколадная пицца и фруктовая пицца. Дети, съешьте фрукты. Мы хотим шоколадную пиццу. Я сделаю то, что вам понравится намного больше. Фруктовую пиццу. Вот бы там был шоколад. Вау, что же придумал Вульфу? Вау, мама сделала новое тесто, чтобы приготовить пиццу. Мама! А для чего эти кнопочки? От мамы не получилось скрыть то, что они хотели добавить во фрукты конфеты. Теперь они все грязные. Не страшно, просто вымою их снова. Доставка! Иду! И какой теперь у них план? Папа! Отдохни, папа! Это тебе. Вульфу и Люси обманом заставили папу съесть фрукты, которые мама приготовила для пиццы. Да! Вы расстроили маму. Но мы хотим шоколадную пиццу. Витамины от фруктов сделают вас умнее и сильнее. А из-за шоколада вы станете толще и медленнее. И теперь они готовят план, чтобы извиниться перед мамой. Мы доделали твою фруктовую пиццу. Теперь мы будем есть больше фруктов. Овощное мороженое. Наша Дженни сегодня будет пробовать овощи. Кажется, Дженни не нравятся овощи. Mm.
Супермен ест овощи, чтобы быть сильным. О, нет! Нужно придумать что-то другое. Так, дети, посмотрим. Метод мамы поможет? Казалось, Вульфу решил сделать фургон с овощным мороженым. Детям нельзя есть холодную еду. Дневная и ночная комната. В комнате Люси ремонт, и сегодня она поспит у тебя, хорошо? Люси нравится! О боже! Что произошло? Что случилось? Я хочу сегодня спать со светом! В отличие от Люси, Вульфу хочет выключить свет! Что же придумал Вульфу? Я делаю ночную комнату для сна. Я хочу и дневную комнату. Теперь у тебя есть дневная комната. Посмотрим, как ты будешь в ней спать. Почему Вульфу так уверен? Люси, просыпайся! Я хочу спать, но не могу! Со светом сложно уснуть, потому что от него сложно нашим глазкам. Прости, что не давала тебе спать! Все хорошо! А теперь ложись спать!